В Анапе прошла открытая тренировка по самбо. На площадку на улице Крепостной вышли воспитанники спортивных школ курорта. Педагоги оборудовали территорию, привезли татами и провели занятия на открытом воздухе. Летом такие мероприятия проходят регулярно. А главное, опытные самбисты могут стать примером и заинтересовать ребят, которые наблюдают за тренировками со стороны. Дети видят и с удовольствием потом приходят к нам, в секцию записываются. Это хорошее мероприятие. На свежем воздухе всегда хорошо тренироваться. Мы уже проводили на такой площадке тренировки. А так у нас тренировки на пляжу проходят. С утра мы с ребятами занимаемся. Они у нас там бегают кросс, футболчик играют. Оздоровление у них. И такая вот хорошая физическая нагрузка.